сохранением неудобных всего, что пришло в 45-м исправе. Много лет он берег на военном его этот старый листочек бумаги. На поблекшей страничке неровно легли только вязи чернильные строчки, буквой строчка, как в небе седом журавли. Сердце рвут полинялые точки. Дорогие родные, я жив и здоров. За меня волноваться не надо. Если что, в батальоне полно докторов. Вместе с тем, десятку на брата, за посылку спасибо, я все получил. Скоро буду чинок мой терпеть. Очень важно, чтоб крепкий и верный был ты. Пропавшие горькой войной пробирают мне душу до дороже. Их мой прадед писал, не пришедший домой, ничего нет на свете дороже, чем сплетение простых незатейливых слов, полных жизни, любви и отваги тех, кто нас не стоял под напором врагов, кто ходил, не сгибаясь в атаке. Врагов покоренных стыдей, что зажгли, все восстали из пепла. До сих пор в наших душах пылает огонь, наша святость от жара окрепла. И я письмо это буду как память хранить, вопреки и годам, и разлукам, чтоб героев под слоем времен не забыть.